Короче, ребят, быстрее снимаем. А? Слушайте. Что тебе нужно? Какое отношение? Ты кто вообще, а? Я говорю, давай познакомимся сегодня. В смысле познакомимся? Номер телефона откуда у тебя мой? Ну, давно знаю. Давно тебя знаю уже. Откуда ты меня давно знаешь, если я тебя не знаю? Давно, конечно. Ну, кто это? Ты даже не представляешь, как давно. Да, очень давно. Интересно, откуда? И мне такие секретики не нужны, спасибо. Да, давай сегодня. Номер откуда у тебя мой? Ну ты давала сама мне уже очень давно. Очень давно? Где я тебе могла дать свой номер телефона? Где? В жизни. В жизни? Да, конечно. В какой, интересно? В шикарный. В шикарный? Да. Замечательно. Ну так откуда номер-то? А? Номер-то откуда все-таки? Ты дала сама, Лёва. Да когда? Ты можешь сказать место, время, когда я тебе дала свой номер? Да. Блин, ну года два уже, наверное. Года два назад? А ты откуда? Чего? Ты откуда, говорю, из какого города? Краснодар, и я тебе года два назад дала свой номер. У меня вообще-то этого номера еще не было два года назад. Интересно. А сколько у тебя? Ну, какая разница, сколько? Ты сам сказал, два года назад. Я тебе говорю, два года назад у меня не было этого номера. Ну, я тебе примерно сказал, я же не помню там конкретно по месяцам. По месяцам. Ты же сказал, мы с тобой конкретные друзья. Сейчас говоришь, что мы с тобой один раз общались. А где? Ну где мы с тобой общались один раз? Да какая разница? Ну как это какая разница? Что бред какой-то несешь? Ну главное, я тебя знаю, и все, это хватает. Где мы с тобой общались один раз? Ну где-то, я не помню, давно же было. Это сейчас прикол такой, да? Прикол такой. Давай, говори, откуда номер у тебя? Номер откуда? Блин, Катя, я тебе говорю серьезно, ты сама дала мне, что ты спрашиваешь? Да где я тебе его дала? Ты же должен помнить. Не, я не помню где. Не помнишь? О, замечательно. Как же давно было время, ну как хочется могу помнить конкретное место. Ты давай больше не звони, хорошо, забудь номер. Почему? Ну потому что ты же не знаешь, где я тебе его дала. Зачем мне звонить? Давай встретимся с тобой и пообщаемся. Я не собираюсь с тобой общаться. Почему? А зачем мне это надо с незнакомым человеком встречаться? Ну, познакомишься. Я же с тобой знакома была. У тебя есть еще человек сейчас? Давай говори, откуда номер знаешь? У тебя есть мужчина? Я тебе говорю, говори, откуда номер знаешь. Тебе уже не касается, что и кто там у меня есть. Мне очень сильно касается это. Ну, давай, или говори, откуда знаешь номер, или я кладу трубку и в черный список заношу, чтобы ты больше не звонил. Какого хрена, черный список? Ну, такого хрена, давай, говори. Я такого не заслужил. Ну, говоришь или нет? Да мне клясться не надо, скажи мне, где я тебе его дала. Я, понимаешь, я знаю, кому и когда я даю свой номер телефона. Тебе я его явно не давала. ВКонтакте, наверное. ВКонтакте? Ну, скорее всего, да. То есть ты у меня есть ВКонтакте? Давно не проверял, не знаю. Может быть, ты меня удалил. Ну, какая же у тебя фамилия ВКонтакте? Говорят, ты все хочешь узнать уже. Ну, ты мне предлагаешь встретиться и сам мне говоришь, кто ты вообще такой. Интересно. Давай, Катя, маленький сюрпризик. Давай, говори, какая у тебя фамилия? Маленький.
Да мне сюрпризики не нужны, спасибо. Говори, какая у тебя фамилия? Какая? Ну, пожалуйста, давай садимся с тобой. Чего? Сейчас, говорю, погоди. Не, ну как я могла ВКонтакте дать кому-то свои... Ну, Артём. Пробел. Как? Пробел. А, ну пробел, ну естественно, но дальше. Так. Дальше Суворов пойдет. Суворов? Да. Очень интересно, не знаю таких людей. В общем, всегда зарядка садится на самом интересном, поэтому я решила продолжить тоже. Интересно. Вот, ну, в итоге, блин, я не знаю, что это вообще за чувак звонил. А потом посмотрела, что от него, оказывается, уже не один пропущенный был вызов на WhatsApp. То есть, откуда вообще он узнал мой номер телефона? В общем, пытала. В итоге он мне скинул свой, ну, не ID, сказал, как его там найти. Мой номер телефона где-то гуляет. Я вообще, честно, в шоке. Что? Откуда? Какие козлы, блин, дают мой номер телефона? Вроде с козлами не общаюсь, вот в том-то и дело. Это, конечно, ужасно. Пытал меня. Ну, естественно, я могла положить трубку, да, но мне же интересно, видео снимать для вас надо, поэтому я пообщалась с ним, поговорила. Вот. Типа там, давай встретимся, все такое. Ну, естественно, понятно, для чего встретимся. Ну, конечно, мой ответ был нет. Даже просто поснимать влог. Нет, если просто поснимать влог, то это я только за двумя руками, прям вообще. Вот, но не более. Вот, ну, ничего бы, общалась такое интересное, конечно, но, блин, маньячина, наверное, какой-нибудь. Вот. Ну и занесла, естественно, в черный список, чтобы больше не звонил. Так, что еще? Вот сейчас я наслаждаюсь горячей водичкой, потому что меня ждет холодные 2 недели без воды горячей. Ох, наконец-то сегодня буду делать газ, ой, вернее, завтра. В общем, отопление там все вместе. Но через 2 недели я только окажусь в тепле, поэтому наслаждаюсь последние вот прям это минутки, все. Так, что еще? А, сегодня. Ну, вы, конечно, ничего не подумайте, просто бывает, на меня ночью находит там, ну, хочется посмотреть взрослое кино, да? Ну что, не просто же они их так снимают, все люди, все смотрят, вот. И что-то в этот раз у меня просмотр не удался, только потому, что я начала читать комментарии под всеми роликами, боже мой. Люди такое пишут, ну это вот, блин, это каким дебилом надо быть, вот. Интересно вот так вот посмотреть на человека, который пишет комментарии под таким видео, когда он уже подрочил. Да причем и девушки пишут, и там вообще там такое творится, честно, ребята, меня так это затянуло. И вместо того, чтобы смотреть какое-то видео, да, я начала читать комментарии. Я просто офигела, вот честно слово. Это какая-то жесть. Вот даже на эту тему можно снять видео, чисто почитать, поржать комментарии. Вот напишите мне в комментах, вы вообще читали когда-нибудь комментарии под роликами, под порно-роликами? Это жесть. Это жесть, реально. Вот. Так, ну все. Неделя кайфовать закончилось. Сейчас мне привезут моих любимых, моих хороших. Вот, поэтому все. Кира Найт входит в обычный семейный образ жизни, возвращается. Хватит гулять, заниматься развратом. Пора восстанавливаться и думать совсем уже о другом. Ну, роликов у меня там много заготовлено, поэтому... Да, вру, блин, хотела снимать всю неделю, а на самом деле таким занималась, ну ладно, это уже не для вас. Ну все, хорошие мои, спасибо, что досмотрели этот влог до конца, я надеюсь, поставили лайк, ну и кто не подписан, подписывайтесь на мой канал, все, я вас всех люблю, чмоки, пока-пока.